Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию, Египет и Иран. Ближневосточное турне организовано по приглашению глав этих стран. Первая остановка китайского лидера будет в Саудовской Аравии. Си Цзиньпин посетит королевство впервые после вступления в должность председателя КНР. На встрече главы стран обсудят международные и региональные проблемы, обменяются мнениями по развитию инициативы «Пояс и путь», отдельно рассмотрят вопросы ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии. Будет подписан ряд документов по дальнейшему сотрудничеству. Государственный визит председателя Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию имеет очень важное историческое значение. Саудовская Аравия находится в точке пересечения проекта «Пояс и путь». Более того, страна стала одним из основателей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В наших двусторонних отношениях достигнута высшая точка взаимопонимания. Китай и Саудовская Аравия стали играть более активную и эффективную роль в международных и региональных делах.